Вкусный завтрак – это отдельный праздник в нашей жизни. Но еще лучше, если он будет и полезный. И сегодня мы поговорим об идеальном завтраке, который зарядит вас энергией и настроит на весь предстоящий день. Привет! С тобой Алина Шарапова, и ты смотришь программу «Эффект бабочки». Потому как, изменяя себя, ты изменяешь и мир. Ну что ж, начнем изменяться к лучшему с самого утра, а именно с завтрака. Лично я очень люблю утро. Да, вы не ослышались, утро. Я не знаю, но мне почему-то нравится встать, сделать зарядку под бодрую музыку, принять контрастный душ и, конечно, вкусно позавтракать. Даже ради этого можно встать. Знаете, настроение сразу поднимается, и ты действительно готов к предстоящему новому насыщенному дню. И дело не только в настроении. Уже ученые доказали, что завтраки, а именно правильные, сбалансированные завтраки, способствуют похудению, что для нас, девушек, это только на руку. Я гарантирую, если с утра вы поели правильно, сбалансированно и здоровую пищу, то в течение дня вам не будет хотеться переедать. Итак, каков же этот мистер идеальный завтрак? Я люблю начинать свой день с двух, иногда даже трех стаканов теплой фильтрованной воды с лимоном и с медом. Но поистине чудодейственным свойством обладает вода Сасси. И сейчас я ее приготовлю. Итак, для этого нам необходима сама вода, нам необходим лимон, достаточно пол-лимона, нам необходим огурец и имбирь, а еще свежая мята. Итак, мы берем лимон, режем его. Просто божественный аромат. Так, мы режем наш лимончик, опускаем наш кувшин. Следующий на подходе огурчик. Огурчик нужно резать тоненькими-тоненькими кружочками. Этот напиток придумала одна женщина, американский доктор по имени Синтия Сасс. Именно в честь нее и назван этот напиток. Этот напиток просто отлично ускоряет обмен веществ, способствует расщеплению жировых отложений, то есть вы быстрее сможете похудеть, и выводит все шлаки и токсины из нашего организма. Так, и нам нужен имбирь. Имбирь берем свежий, желательно не порошковый, режем его как хотим. Можно даже натереть на терке. Имбиря нужно совсем чуть-чуть. Так, мы нарезали. И все, буквально за 30 секунд уникальный напиток готов. А сколько пользы? И сейчас я даже попробую. Это просто божественный вкус. И главное, это очень полезно. Если уж мы заговорили о напитках, то давайте поговорим и о кофе. Потому что, я думаю, многие с утра любят выпить кофе, почувствовать этот ароматный запах и думают при этом, что они, может быть, правильно позавтракали. Нет, ребята, это не так. На самом деле лучше кофе заменить зеленым чаем. Потому что по статистике 90% любителей кофе выпить с утра натощак страдают гастритом.